Стихотворение называется «Листы истории». Вот тени вечные, меж ними сверкает немного сполохов огней. Тоска кругом не отвечает грядущее во тьме. Таятся, пробираясь, остатки жизненных следов из тех веков, где воссияла борьба грехов и их отцов. В грехах, как солнечные вспышки, безумие страстей дают экран. Там герои человечества, реликвии уходят к небесам. И мы одни, пред нами чистые листы истории сегодня. Нам заполнять их уже нашими грехами и высшей страстью воли. Наваждение, сомнение, освобождение грядущего озарения.